Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, кто внезапно объявится. Посмотрим, кто внезапно для вас объявится. О, девочки, объявится какой-то мужчина из прошлого. В данном случае это не обязательно ваш бывший муж или мужчина, с которым были длительные отношения. Самое главное, что этот мужчина хочет с вами пообщаться, поговорить. Возможно, отдать долг. Поэтому я так и говорю. Да, вот. Может быть, конечно, и с целью возобновить или восстановить отношения, которые у вас были. Но в любом случае это именно мужчина из прошлого. Да, не обязательно это бывший муж, но и бывшего мужа, конечно, я исключить тоже здесь не могу. Хотя я вижу, что тут еще вопрос идет в сфере финансов. Но опять-таки с бывшим мужем тоже у вас могут быть какие-то финансовые вопросы, в том числе, например, вопросы содержания детей. Вот, поэтому я думаю, что у всех по-разному проиграется этот мужчина. Но самое главное, что это какой-то мужчина из прошлого. И идет он вам не только с целью выяснить какие-то финансовые вопросы. Это может быть, скажем так, завуалированная причина. Да, вернее, именно причина, по которой он выйдет на связь, да, а за этой причиной стоит все-таки любовная связь, а конкретнее его чувства в отношении вас и желание восстановить, возобновить отношения. Если просто это ваш знакомый какой-то из прошлого, то возможно начать очень даже серьезные отношения.